А мэр другого города, Златоуста, обратился за помощью к депутату Государственной Думы. Вячеслав Жилин лично приехал в Челябинск на аудиенцию к Елене Ямпольской. Городу нужны средства на реконструкцию арсенала. Это памятник промышленной архитектуры. Там же располагается оружейный музей с изделиями местного завода. Планируется воссоздать исторический облик здания. Депутат заявила, что готова поддерживать проект. Работа еще впереди. Мы сегодня подготовим более объемную информацию, что нам необходимо, какая история есть у объекта. Мы говорим про арсенал. И в дальнейшем я уверен, что при содействии депутатов и непосредственно представителей Елены Александровны, нам удастся защитить данный проект и получить доп. Финансирование. А жители поселка Новогорного, что в Озерске, тоже попросили помощи в ремонте. Только не музея, а дома культуры. ДК «Энергетик» может попасть в списки партийной программы «Сельский дом культуры». Но сначала нужно составить смету. Только при этом условии выделят финансирование на ремонт. Однако денег на документы у дворца нет. Елена Ямпольская обещает лично обратиться к главе Озерска с просьбой направить средства на оформление бумаг.